Давайте будем честными, почему союзы все еще летают? Королев, скорее всего, сейчас в гробу переворачивается. Хороший вопрос. Ее же разработали в 50-х. Да, да. Если бы Королеву и остальным сказали, что союзы все еще запускают в 2020 году, они бы посчитали это безумием. Но союзы летают. Мы не хотели бы оказаться в подобной ситуации. Это хорошая ракета, просто настало время двигаться дальше. Освещать ракеты перед стартом на космодроме Байконур начали всего 10 лет назад. В сравнении с полувековой историей космических пусков совсем недавно. Но все эти 50 лет, несмотря на запреты и гонения, они были неотделимы. Церковь и космос. Благословляется и освящается корабль сей воздушный. Благодать Святого Духа, окропление воды и священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На освящение ракеты «Протон» приходится нелегко. Шаг за шагом отец Сергий поднимается все выше, останавливаясь на каждом пролете. Чтобы подняться к головному обтекателю на высоту в 72 метра, потребуется немало времени. Вот он, место Божие. Да. Смотрит небо, хорошо, солнце. Хорошо. Ладно, есть чем гордиться. Да. Слава Богу. Да. Ну а сейчас возвращаемся на космодром Байконур, откуда в эти минуты стартуют ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС». Прямая трансляция подготовлена совместно со студией «Роскосмоса». Космический корабль выведет на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС». По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Красочное зрелище. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к Земле и распадается в воздухе. И взрыв. Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками российской навигационной системы «ГЛОНАСС» на борту. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Top and earth pushing down range. У меня ведь, братцы, личные претензии к Маску. Вы спросите, какие у тебя, сукин сын, могут быть личные претензии к Маску. А я скажу, а я же патриот, я патриот. И в нашей стране, благодаря вот этому подонку, вчера пострадала целая отрасль моих сограждан. Целая отрасль людей осталась на улице. Благодаря мерзавцу Илону Маску, люди теперь не смогут кормить семьи. Вы скажете, ты что там говоришь о космонавтах? Или ты говоришь о этом Роскосмосе? Или о ком ты говоришь? Я, братцы, говорю о попах. А попах затронута очередь, целая, вернее, отрасль по построению. Вы же знаете, что на каждом пуске российской ракеты присутствует поп, который водой ее там, сука, окропляет, заставляя тем самым этот безбожный кусок металла лететь и прославлять страну. Но теперь оказалось, у попов забрали монополию. Монополию. Теперь получается так, что и без воды ракета, сука, может улететь. Но как ракета может лететь, неосвещенная водой, и еще и попу? На мой взгляд, это просто какой-то дьявольский беспредел. Это бесовщина. Бесовщина настоящая. Вы представляете, сколько сейчас людей, вот тех самых бородатых мужиков в платьях, осталось без возможности кормить своих молодых любовников? And there is that confirmation. We got a live view as it was deploying from the vehicle. Those Starlink satellites are making their way, separating from second stage right in front of you right now. Ну вот американцы отправили в космос свою ракету, получилось у них, да, только чему они радуются, непонятно. Комплектующая наша, технология наша, мало того, что, да, и наш космонавт-испытатель, и то тоже наш полетел. И вообще, Илон Маск – мошенник. Shortly they will deploy their solar array, and over the next few days and weeks, they will distance themselves from each other and use their onboard ion thrusters to make their way to their operational orbit. Да уйдите! Бандиты!
Да что ж ты тушишь его? Да вы сейчас задушите его, что ты делаешь? Тушишь его сейчас. Отпустите человека! Что творите? Что творите? Так, ладно, все, я встаю. Сам? Бросай. Сам? Я на тебя напущу заяву. Да теперь! Какая здесь улица? Кто скажет, какая улица здесь? Черноморская. Черноморская улица. Девушка, Калинский парк. Со стороны Черноморской улицы. Позовите быстро полицейский. Полицейский, быстро Калинина. Путя, блядь! Людей тут убивают уже. Когда руку, блядь, возьми руку, блядь! Ну, а вы поговорите. Почему вы идете против народа? Вы что делаете? Что делаете? Почему вы идете против народа? Почему вы идете против народа? Объясните, пожалуйста. Молодые люди. Нам документы. Это же даже ваши отцы, дети. Мы все сидим.